Киркоров. «Моих детей не тянет на сцену». Для Филиппа Киркорова лето – самое горячее во всех смыслах пора. Концерты, гастроли, фестивали. Получается, дети не видят своего звездного папашу? Мартин и Алла Виктория сейчас отдыхают в Греции. Отвез их в престижный район на море, который называют Афинской Рублевкой, похвастался певец. Как говорит Филипп, с детьми неотлучно находится его тетя Мари, ну и несколько нянек в придачу. Сам же отец семейства с сыном и дочерью ежедневно выходит на связь по скайпу. Рассказал певец и про таланты, которыми обладают его отпрыски. Например, 6-летняя Алла Виктория увлекается гимнастикой. И, по словам Филиппа, сама Ирина Винер ее хвалила, мол, какая пластичная девочка. Советовала отдать дочь в художественную гимнастику, говорила, что может лично заняться ее подготовкой. Но пока Алла Виктория занимается в школе фигурного катания Евгения Плющенко, поведал Киркоров. Оказывается, после зимней Олимпиады девочка так восхитилась успехами Алины Загитовой и Евгении Медведевой, что сама захотела встать на коньки. И как говорит гордый отец, уже такие фортеля выделывает. Например, всего за 2 месяца занятий смогла сесть на шпагат. Алла Виктория любит светскую жизнь. Она обожает внимание и восхищение окружающих, уверяет Киркоров. Но, слава богу, моих детей не тянет на сцену. Они не хотят выступать. Хотя способности, голос и слух у обоих есть. В общем, поживем, увидим, как говорится. Я ведь тоже не сразу понял, что хочу петь. В детстве, например, мечтал стать фокусником, хотя это отчасти сбылось. Я до сих пор такие фокусы на сцене показываю.